Огородники уже спешат на грядки сажать картошку. Специалисты же советуют не рисковать, рассказывает ведущая программы «Шесть соток» Алла Горбатенко. Чем раньше посадишь картошку, тем быстрее получишь урожай. Так считают многие огородники. Между тем, торопиться брать в руки лопату не стоит. Вспомним поговорку: каждому овощу свое время. У меня был такой печальный опыт. В 95-96 году мы посадили картошку еще на старом родительском участке где-то в конце февраля. Картошка великолепно вышла, весна была очень теплая, и уже были вот такие вот ростки, а потом были заморозки. И вот за одну ночь мы потеряли весь урожай. Вы не представляете, какая была страшная картина. Мы приехали, а все ростки черные. Вот вчера мы были на огороде, они были зеленые, а сегодня они стали все черные. Поэтому сейчас не нужно. Нам природа дает подсказки. Картошку можно сажать, когда температура почвы будет 10 градусов. Не обязательно для этого брать градусник. Смотрим по нашим деревьям. В это время цветет вишня, когда температура почвы достигает 10 градусов. Черемуха зацветает. И цветочки мать и мачехи, когда уже вот прям у нас все полянки усыпаны желтыми цветочками мать и мачехи. Это значит, что почва прогрелась до 10 градусов. Что делать, если вы хотите действительно получить ранний урожай? Сажаем картошку, но накрываем ее агроволокном. Тогда у вас все получится. Мне кажется, вот несколько рядочков посадить, это вот прям может каждый огородник и дачи. Лучше всего брать картофель размером с куриное яйцо и по одной картофельне в лунку. Это вот самый идеальный вариант. Разрезать не стоит. Такой глазок должен быть небольшой и толстенький. Вот это идеальный росток. Вот этот, он у вас сломается при посадке, поэтому пока еще есть время, вот эти ростки можно убрать, положить картошку на свет. И она до посадки еще недели 2-3, и она еще как раз даст хорошие ростки. Идеальный вариант должно быть на одной картофелине, ну, 4-5 глазка. 4-5 глазков – это вот идеально. Тогда у вас пышный куст и хороший урожай. Некоторые хозяева умудряются получать два урожая картошки. Вот те, кто сажают в марте, в апреле, где-то в конце июня получает урожай, и потом еще в июне сажает, и потом еще в сентябре получает урожай. Так что вот у нас такой вот замечательный бонус, можно два урожая картошки получить. Есть специальные препараты, которыми обрабатывают картошку от колорадского жука, но я вспоминаю свое детство, когда у бабушки было очень много картошки, мы собирали этого колорадского жука, причем каждую неделю. Вот мне потом по ночам снились эти колорадские жуки, но бабушка никакой химии не обрабатывала. Ну, вот такой вариант. И еще насчет сроков посадки, самый идеальный, это, вот я сказала, что когда цветет вишня, черемуха, а по датам это 3 декада марта и где-то до 10 апреля. Вот в этом промежутке это самые идеальные сроки для посадки картофеля. Сажать картошку еще рано, а вот готовить грядку в самый раз. Перекапываем, добавляем органику и ждем 2-3 недели. Алла Горбатенко, ТСВ.